Добрый день, точнее добрый вечер, уважаемые зрители, и сегодня мы с вами начинаем нашу следующую встречу. Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, уважаемые зрители. Итак, мы с вами уже говорили о питании наших детей, мы говорили о движении, а сегодня мы поговорим об очень-очень важной составляющей жизни. Это такой естественная часть жизни каждого человека, и ребенка в том числе. И вот эта естественность и как бы неотъемлемость в нашей жизни сна, она привела к тому, что значение сна как-то не воспринимается и не акцентируется вот внимание родителей на качестве, прежде всего, сна детей. Поэтому я сегодня вам предлагаю об этом поговорить. Давайте с вами представим ребенка, вот который сегодня будет с нами вечером все этапы нашего разговора проходить. Итак, давайте начнем с самого начала, что ребенок наш проснулся. Наступил день, да? Ну да, вот в норме, опять-таки, как доктор, я хочу сказать, что ребенок проснулся, и он проснулся в идеале сам, да, то есть вы его не будили, он проснулся. Время просыпания, как бы наиболее правильное, все-таки надо сказать о нем, вот мы говорим о детях, это важная группа с 3 до 7 лет. Да. Для этих детей это где-то время, наиболее правильное с 7 до 8 утра. Может быть, чуть раньше, но не позже 8, конечно, однозначно. И ребенок, вот он проснулся сам, это идеально. Отлично. Если, скажем, его вы будете, в принципе, это возможно, как бы он просыпается, немножко потянулся, да. Но в то же время он встал бодрый, веселый, энергичный. Вот, когда ребенок, его надо вот толкать, пытаться разбудить, тащить с постели, он плаксивится, вялый, это, об этом надо задуматься. Если это повторяется изо дня в день, уважаемые родители, это уже действительно требует пристального внимания, потому что мы вот будем говорить именно о сне, значимость его огромная для организма человека, и прежде всего я акцентирую внимание именно детей. Хорошо, это такое у нас как бы такое с вами начало, да? Ребенок проснулся. И прекрасно, если он в хорошем и бодром настроении. Да, да. Потому что ему предстоит достаточно интенсивный день, в течение которого что он будет делать? Ну, общаться, естественно, да, дети прыгают, бегают, общаются. Плюс к этому, конечно, он будет есть, да? Да, питание это в любом случае тоже нагрузка, заметьте, потому что мы же, ребенок точно так же, продукты должны расщепиться, усвоиться, это нагрузка. Но это будет с энергией. Да, в том числе. Огромное количество информации сыпется не только на нас, а и на детей, естественно, потому что любое общение, любое, скажем, пространство, в котором находится ребенок, все, что происходит, звуки, да, люди, запахи, машины, книги, все, что случается с ребенком в течение дня, это все нагрузка. Он должен это смочь именно преодолеть и усвоить. И как-то с этим справиться и в идеале получить от этого пользу. Усвоить, скажем, какие-то новые навыки, новые знания, потому что все, что случается в жизни, это обучение. Хорошо, давайте мы обратим с вами внимание вот на что. Итак, в течение дня наш ребенок общается с другими людьми, да? Да, да. На этот процесс мы не можем оказывать 100% влияния, да? Естественно, да. Если мы не держим ребенка дома и общаемся, это, конечно... Это невозможно. Невозможно, думаю, не нужно такое делать. Да, да. Наш ребенок движется, на это мы тоже не можем 100% повлиять. Пусть движется, это слава полезно. Богу, да. Полезно, пусть прыгает, бегает, да. Он ест. Если, конечно, он опять же сидит с нами дома, и мы его кормим, и никуда не ходим, и нас никто не угощает,
в этом случае мы тоже не влияем на этот процесс, да? Ну, да, но это тоже, я думаю, невозможно, потому что в любом случае общение, где-то угостили, где-то мы в гости пошли, да. А практически огромное количество детей, ну, надо сказать, что они находятся все-таки в общественных местах. И это важнее, чем его закрыть. Конечно, и да. Очень правильно кормить. Конечно, да? Да. Но тем не менее, как бы просто сейчас мы об этом говорим, да. Что на питание 100% мы тоже не влияем. Не влияем. Нет. На то, какую информацию в течение дня он получает, мы тоже... Ну, очень слабенько мы влияем. Да. Только когда мы находимся вот непосредственно с ребенком, да. В это время мы можем как-то его оградить от какой-то неприятной, ненужной информации. Дать, защитить, да, как-то. Защитить, да. И так далее. И, ну, часто дети уже ходят на какие-то кружки, конечно, развиваются, да, там уже подготовка к школе может быть, да, если мы говорим о детях ближе к 7 годам. Да, да, да. То есть вот обратите внимание на то, что делает ребенок днем, мы не можем влиять 100%. Это важное замечание, к которому мы вернемся чуть позже. Да. Правильно? Да, это факт. То есть вот на все эти факторы именно активной жизни дневной, угу. Мы влияем, ну, ребенка именно, мы влияем в очень незначительной степени. Да, это факт. Это важный такой пункт, который мы оставляем в уме. Ну да, как бы мы акцентируем. Да, и идем дальше. Итак, день прошел, наступила ночь. Ночь – это сон. Да, да? Ну, естественно. И вот эта часть жизни и наших детей, она очень важная. Почему, Николай Васильевич? На что нам нужно обращать внимание? Дело в том, что сон – это именно то время, когда наше тело, оно именно владеет вот, именно всеми процессами и акцентирует внимание на себе тело. Mm-hmm. Потому что, естественно, ну, мы все прекрасно знаем, засыпая, у нас психика, в общем-то, отключается. То есть мы как бы не ощущаем себя как личность. Вот mm-hmm. так же. Mm-hmm. Но все процессы, которые происходят в мозге, что мозг – это основа для нашей психики. Это же ткань определенная. Сердце, суставы, все клетки человеческого организма, в том числе ребенка, они именно получают возможность для лично своих нужд. Для чего нужен сон? Смотрите, ну, нужно, чтобы у ребенка происходило самоочищение всех клеток от накопившихся различных шлаков в процессе дневной, так сказать, активной жизни. Да. Происходит, то есть, он как бы тратил энергию, тратил какие-то ресурсы и накапливал, ну, токсичные вещества. Ему некогда было днем от них избавиться. И сон – это время, когда организм ребенка активно самоочищается. Так, обязательно. Хорошо. Смотрите, важно это? Очень важно. Важно. Конечно. Какие-то структуры в течение активного, так сказать, дня, они были потрачены, где-то были ушибы, травмы, где-то психические напряжения, психические нагрузки, стрессы были какие-то. Все это выливается именно в нарушение структуры определенных клеток, да, и состава клеток. Да. Надо именно восстановиться этим структурам. Обязательно, это супер важно. То есть вот сон – это единственное время, когда именно наш организм, он, организм ребенка, естественно, он самовосстанавливается. Так. Ну и, конечно, ребенок создает новые структуры. То есть он же растет. Очень быстро. Очень быстро. Но днем, в принципе, организм, у него есть процессы роста, конечно, и днем. Но они, это научные. Замедляются. Да, замедляются, потому что организм занят другими вещами. Так же, ну это понятно. Конечно, всем сразу в полном объеме. Не может, организм не может. А вот сон – это именно время, когда активные, мощные идут процессы обновления, создания новых клеток. Все, так сказать, увеличивается, ребенок растет. И даже, скажем, есть крылатая такая фраза, что дети растут во время сна. И это действительно так, это научный факт. Вот. Ну и еще такой мощный аспект, который, в общем, для которого предназначен сон. Мы живем в океане инфекции, ну это понятно. То есть везде инфекция, мы дышим, инфекция попадает. В продуктах питания огромное количество инфекций. Бактерии, там всякие вирусы. И от них избавиться невозможно. У нас внутри, как и у ребенка, живет в кишечнике огромное количество различных бактерий. И там живут, заметьте, в том числе не только хорошие, но и плохие, всегда причем. Да. И в носоглотке, в носу, во рту, в ушах, на коже, везде микробы, бактерии, вирусы. Поэтому, конечно, организму, он сопротивляется, он постоянно имеет защиту,
называется иммунная система. Но для того, чтобы эта активная система, она в течение дня работала и защищала ребенка, надо, чтобы она имела, так сказать, опять-таки, обновление, возможность восстановление, да? Создание новых элементов. Вот, потому что она тратится в течение дня активного. Ну, и вот наверное, сон... еще и мозг как-то восстанавливается, да? Ночью? Конечно, несомненно, потому что как бы мозг – это именно тот элемент, на основе которого работает наша психика. Uh-huh. И идет очень активное восстановление всех химических структур мозга, энергетики мозга. И, естественно, это дает возможность активно психике работать в течение дневного времени. Поэтому вот все эти функции, заметьте, мощнейшие, важнейшие функции, без которых наше тело жить не может, ну, тело ребенка, да, то есть это самоочищение, самовосстановление, обновление. Для ребенка, заметьте, очень важно, в отличие от взрослого человека, это рост. Рост, и рост происходит прежде всего именно всех, так сказать, вот органов, клеток во время сна. Хорошо. И защита. И защита. Поэтому, как бы, от того, насколько качественно будут эти процессы происходить во сне, настолько ребенок будет здоровым, расти полноценно и защищенным, заметьте, болеть не будет. Вот, Николай Васильевич, мне пришла такая мысль в голову, да? То есть вот мы с вами сказали, что днем мы не в полной мере и даже совсем не в полной мере влияем. Незначительно. Но вот ночью мы можем повлиять на сон нашего ребенка, правильно? Конечно, конечно. Смотрите. Вы назвали очень важные вещи, а теперь бы мне хотелось, чтобы мы поговорили с вами о том, что мы можем сделать для наших детей, для того, чтобы их сон был такой, чтобы вот это вот все, что мы назвали, работало отлично. Да? Наверное, конечно, есть какие-то условия, и мы сейчас с вами их обсудим. Несомненно. Условия для полноценного сна. То есть, вот это очень важный момент, уважаемые родители, бабушки, дедушки. Действительно, это наша ответственность, потому что ребенок сам, он не может создавать условия для полноценного и качественного сна. Конечно, он еще не умеет это делать. Да, он это не умеет. Он даже не знает, что это можно делать. Да, поэтому это наша именно ответственность. И надо сказать, что... 100% практически ответственность. Да, однозначно. Потому что он дома вместе с нами. Да, именно. Поэтому это очень важно. Например, известно, это доказано научно, что где-то примерно после 15 часов надо изменять питание. Сейчас мы говорим о питании. Да, мы говорим именно о условиях, которые создают качественный сон. И первое – это питание. Питание. Хорошо. Значит, прежде всего, надо вот во второй половине дня, ну то есть это с 15 часов, прекращать давать ребенку именно всякие сладости. И натуральные сладости в том числе. То есть фрукты, сухофрукты, мед тот же. А тем более, скажем, ну такие так называемые быстрые углеводы, то есть это конфеты, шоколад или же мучные сладости различные. Ну, мы это обсуждали на вот видеовстрече по питанию. Да, мы говорили, что это будоражит сладости, будоражит мозг. И это, естественно, приведет к нарушению на качество сна. Хорошо. Что же тогда нужно делать и чем кормить? Самый оптимальный вариант – это использовать именно как бы, такие продукты, которые, в общем-то, и дают энергию для, в общем-то, этой части дня. Это, прежде всего, крупы. Так. Крупы, как я и говорил, наиболее легкие крупы для этого возраста. 3-7 лет. Это гречка, пшено, рис. И рис, кстати, лучше все-таки не шлифованный, а вот так называемый бурый. Да, мы это с вами обсуждали в нашей И плюс тушеные овощи. Овощи, тушеные на воде с добавлением сливочного масла. Очень вкусно. Да. Плюс можно делать салаты, в овощи добавлять небольшое количество орехов. Ну, наиболее оптимальные, хорошие для этого возраста – это грецкий, кишью, фундук. Вот эти. Ну, вот вы знаете, вы называете вот те продукты питания, из которых хорошая, так, ну, можно так сказать, хорошая энергия получается, да? Да, но и в то же время они создают именно источник и строительного материала, который необходим организму для самообновления, роста, и создают полноценные источники энергии, которые медленно, так сказать, вот образуются в крови и в клетках, как бы дают клеткам энергию, но это идет процесс постепенный, не будоражащий, потому что, заметьте, для того, чтобы все эти вот качественные изменения происходили,
происходили в организме ребенка в процессе сна, угу. нужна в том числе и энергия. Но вы знаете, я все больше вижу другую тенденцию. Вот, например, ходим мы на занятия с моими детьми, это вечером. Ну, понятно. Ну, во второй половине дня. И когда наступает перерыв, то многие родители достают какие-то перекусы, и там не овощи тушеные, Николай Васильевич, правда. Достают, барни, так называемые, печенье, эти сладкие, достают сок. Мучные сладости. Да. Соки с огромным количеством сахара, так сказать, пакетированные все эти соки. Это, конечно, правильно. И я, уважаемые родители, поверьте, это не я придумал. Это строго научные данные, что все продукты, которые содержат большое количество сахара, и прежде всего именно так называемые быстрые углеводы, вот пакетированные, соки, мучные сладости, конфеты тем более, и в том числе все-таки и сухофрукты. Сухофрукты содержат очень много сахара, да, натуральный сахар, но это сахар. Это приведет к тому, что возбужденный ребенок, да, он как бы, это вкусно, несомненно, это вкусно, но это будет порождать именно возбуждение, прежде всего, в мозге, и это возбуждение будет резко ухудшать качество сна. Особенно, если вы даете это ребенку во второй половине дня. Ну, соответственно, да, это вот очень важно, потому что он и так уже возбужден. Ну, занятия уже какие-то. Там садик у кого-то, занятия, и тут еще... Да, ну, вы же, Вика, прекрасно, мы живем с вами в современном мире. Мы знаем, конечно, что сейчас нагрузки, именно вот, которые возбуждают человека, а тем более маленький человек, он еще не защищен, у него психика нестабильная. Эти вот все нагрузки, они очень мощно, так сказать, вот провоцируют возбудимость именно, раженность психики. Поэтому, уважаемые родители, это ваша ответственность. Именно это очень важно, что ребенок что будет кушать. Что вы возьмете кушать с собой в какие-то общественные места, да, где нет как бы доступа к домашней пище. Да. Возьмите овощи не сладкие, да? Да, орехи можно взять. Да. Можно, воды просто можно взять. И в том числе сейчас очень хорошие есть посуда, да, вот, которую, герметичные боксы, которые великолепно упаковываются. И пусть ребенок скушает салатик с орехами, да? Кусочек сыра. Здесь уже фантазия. Да, да. Кусочек сыра, так сказать, вот белого, о котором мы говорили, опять-таки, в нашей видеовстрече по питанию. Вот, может быть, это творожная масса будет вами сделана с добавлением небольшого количества орехов, зелени. Понимаете, вариаций много. Просто надо думать об этом и заниматься этим. Хорошо. Давайте пойдем дальше с нашим ребенком, да? Мы сейчас говорили о питании, так как мы перешли уже к тому, что вот о перекусах, да, то есть там в течение дня либо он сам, вот либо мы куда-то с ним идем. И вот наступил вечер, и мы пришли домой, да? Ну, давайте да. поговорим о том, как мы будем готовить ребенка ко сну, потому что, как я понимаю, зашел домой, начал уже готовиться ко сну. Ну да, как бы я хочу сказать, что подготовка ко сну, вот все-таки, она у родителей начинается, и мы об этом говорили, и она начинается, опять-таки, уважаемые родители, надо об этом знать, что где-то во второй половине дня, то есть 15-16 часов вы уже должны думать о том, что начинаете готовить ребенка ко сну. Вот, ну вот вы пришли вечером домой, обычно это где-нибудь там часов 6, 7, 8, да, и ребенок все равно, он же растет, энергичный. Хочу есть. Есть, да, обязательно, да, хочу есть. Конечно, здесь это очень важно. Если как бы, вкусовые предпочтения всех разные, но опять-таки, если вы ему сварите кашу или с салатом каким-нибудь, или же он скушает там яйцо всмятку, или опять-таки кусочек курицы с каким-то салатом зеленым. Это или... будет хорошо. Это будет хорошо, да. Вот. Но если он опять-таки съест какое-то пирожное, вот, или, скажем, торт, или пирог, который вы испекли, даже дома испекли, да, это все равно, так сказать, будет возбуждать психику, потому что, опять-таки, мы говорим о сладостях. Ну, да? И в организм уже поступит, мне кажется, то питание, которое однозначно нарушит, и переваривается да, трудно, да, и нарушит именно качество сна. И строительные материалы, как из торта-то взять, да? Конечно, это, скажем, практически, опять-таки, вся мука, она крахмал, и она вся будет расщепляться, создавать огромное количество, в общем-то, глюкозы, сахара. Будет будить вот это все. Да, и строительные материалы.
Ялта, ну, как бы, прежде всего, это белки. Белки, так сказать, да. Плюс это жиры, тоже очень важный момент. Ну и витамины необходимы, микроэлементы, то есть это овощи. То, да, что есть, да, в овощах. Да, орехи. Хорошо. Это был ужин, да? Да. Как подготовка ко сну, да, в том числе. В том числе, да. Покормили ребенка, да. Дальше я думаю, что он может там, ну, ну какие-то, ну, занятия, что-то поделать, да, да, ну, да, что-то такое, да, уже спокойное. Да. Да? Конечно, да. То есть они должны быть игры, так сказать, вот в качестве там скачков, прыжков. Да, это может быть какой-то просмотр хорошего мультика успокаивающего. Или же, скажем, ну, просто поиграть с ребенком, поговорить с ним. Вот. То есть вариации тысячи, у каждого свои. Да, ну и соответственно, что может потом произойти? Я думаю, что очень важны водные процедуры. Ну, какие водные процедуры? То какие? Есть, ясно, что надо успокоить, в общем-то, ну, например, все равно возбудимость. Вот даже если он попрыгает, ну, вот есть такие активные дети, которые всегда, ну, есть, в состоянии, конечно, такого оживления. Да, 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 да. Вот я буду все равно прыгать. Да. Если ты ему спокойно предлагаешь, что? Да, очень хорошо, уважаемые родители. Ну, ближе ко сну, ну, где-то, скажем, там, за полчаса до отхождения ко сну, сделать ребенку теплую ванну. Вы заметите, не горячую, а именно теплую. И эта температура воды, она не должна быть какой-то определенной. Надо ориентироваться на ощущения ребенка. Разные, да, все разные, да. Дети очень чувствительные. Да, да. Поэтому вот подберите ту температуру воды, которая будет нравиться ребенку. Он может сам даже участвовать, да, в этом процессе. Конечно, конечно. Не просто сам воду, да, налил, иди, да, сюда. Да, да. Давай вместе сделаем, конечно, то, что, да, тебе будет приятно. Так и должно быть. Вы должны находиться вместе с ребенком. Теплая вода. И великолепно добавить именно какие-то успокаивающие ароматические масла. Но они должны быть натуральные, заметьте. Очень то есть синтетика идея. Ни в коем случае. Иначе будет раздражение кожи, вплоть до ожога. Вот, но добавление ароматических солей, ароматических масел вот, великолепно. Хорошая, так сказать, идея. Да, снимает напряжение, успокаивает психику. И поэтому это и надо использовать. Это очень эффективно. Хорошо. Ванна. Соответственно, что потом можно сделать? Ну, потом, в принципе, есть старый, очень хороший и проверенный тысячелетиями способ, как, опять-таки, снизить возбудимость психики. Интересно. Действительно, я сам, кстати, пользуюсь им постоянно практически и рекомендую своим внукам, родителям, так сказать, выпить небольшое количество приятно горячего молока с добавлением, ну, там, ложки, может быть, половина ложки меда. Поэтому это, по-моему, очень древний. Древний, да, и проверенный. Но уже 100 раз сказали плохо это. Нет, глупость, не верьте никому. Особенно дети прекрасно этого возраста с 3 до 7 лет, да, мы же о них говорим. Ну, они прекрасно переносят и усваивают молоко, но каждому ребенку надо индивидуально, не надо его заставлять пить это молоко, если он делает даже 2-3 глотка. Уже хорошо. Это ему достаточно, он говорит, я не хочу. Все это его вот количество, которое ему, так сказать, хочется. Будет полезно, да, и пойдет в прок. Да, будет полезно и будет, как бы, давать эффект снотворный. То есть горячее молоко, заметьте, именно вот ближе, ну, после 20 часов вот этот эффект появляется. Днем этого эффекта нет, заметьте. А вот этот эффект появляется у горячего молока, цельное, причем горячее молоко должно быть, с добавлением меда после 20 часов, здесь снотворный эффект. У кого-то это меньше, у кого-то больше объем молока. То есть это надо ориентироваться уже на пристрастие каждого ребенка. Хорошо, отличный способ. Я думаю, что многие его используют. А кто про него забыл или слышал, рекомендую, какие-то нехорошие, да, не верьте, вещи, не верьте, я думаю, что просто нужно это попробовать. Если ребенку это понравится, да, отлично. Да, да, да. Хорошо, но дальше, я думаю, мы поговорим о таких вещах, это уже, ну, семейные традиции, какие-то, ну, там, ритуалы, да, да, скажем. Ну, семейные, да, семейные. У каждого они свои, и у вас, уважаемые зрители, наверняка тоже есть свой набор, я просто могу немного своим опытом поделиться, да? Расскажите. Да, мы попили молоко, мы там сделали всякие, ну, девичьи процедуры. Гигиену, так сказать. Вот. Да. Потом мы, вот, ну, очень активные у меня дети, мы приглушаем свет, как бы есть специальные такие освещенные лампы, меняете, да, это очень важно, да, важно для, да, них. Очень важно. Еще, да, мы нашли такой способ, причем сделали это вместе с детьми, мы выбрали
музыку. Отлично. Спокойную, даже есть классическая музыка, но это так с намерением. Извините, Виктория, вот, уважаемые родители, я хочу вот акцентировать ваше внимание. Вот у Виктории действительно, ну, это великолепно вот продумано, именно вхождение в сон ребенка. Mm-hmm. Вот очень хорошо. Ну, это вот мы вот как бы своим опытом. И это прекрасный опыт. Включая музыку, конечно, не каждый день. То, что это прям там Чайковский, да, ну, разные, вот разная музыка, они уже сами просят, да, ой, мам, да, мы хотим вот какую-то, да, такую там свою песню. Ну, да, да, отлично. Дальше мы что еще можем делать? У нас, ну, так сложилось, потому что двое детей, погодки, они требуют много внимания. Да. Мы с мужем договорились, что 2 часа вечером мы бросаем все дела. Правильно. И откладываем, да, скажем, потому что мы как-то свое расписание уже переделали. Да. И занимаемся только детьми. Правильно, то есть вот мы, да, смотрим глаза в глаза, да, играем, например, да, выбираем игрушек, которые укладываем спать, ну, да, 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 рассказываем им сказки и так далее, да? Убираем там потихоньку, свои кровати готовим, читаем книжку. Старшая дочь уже как бы читает и своей сестре тоже какие-то книги спокойные. Естественно, очень много мы уделяем внимания вот, ну, каким-то таким вещам, там, ну, да, объятия, да, поцелуи, ну, да, чтобы, да, вот, да, был контакт. Да, это очень-очень важно. Да, то есть вот бывают такие дни, когда так все быстро, все легли, ну, да, так, сил нет, надо быстрее всех положить. Бывает. И вот все идет не так. Да, да. Сразу просыпаются, сразу требуют внимания, да, укрой, подойди. Ну, а когда, да, все идет вот именно размеренно да, и именно вот с тем, что ты уделяешь очень много внимания, да, такого, да, да, и тактильного. Да. И там, непосредственно, контакт, да, непосредственный. Это очень-очень помогает. Извините, Виктория, я вот хочу, опять-таки, уважаемые родители, бабушки, дедушки, акцентировать. Вот это очень важно, действительно, чтобы был непосредственный контакт, ну, так скажем, с ребенком, когда он ложится в кровать. То есть вот уже сон, да? И это защита. Да. Потому что дети, они действительно очень уязвимы. И им вот эта вот надежность, защита, она снимает в том числе какие-то страхи. И напряжение. Напряжение снимает. Какое-то, да, которое накопилось. Какой-то секретик, да, рассказали, да, который, да, мешал, да, да, заснуть. Вот. Еще и это вот мощный именно фактор, действительно, непосредственное участие родителя в том, чтобы ребенок засыпал именно. Непосредственное участие. Он должен находиться вместе с ребенком. И тогда это формирует именно у ребенка опору и, да, защиту. И мне кажется, потом это все пригодится. С одной стороны, это формирует именно качество сна у ребенка. Раз. Оно однозначно будет значительно лучше, чем, скажем, вот при отсутствии этого непосредственного контакта. И плюс, уважаемые родители, это ваше будущее взаимопонимание. Вот это фактор. Да. То есть закладывается близость между именно ребенком и родителем вот в это время. Да. И этот фактор потом невозможно восстановить. То есть, когда, например, наступит подростковый возраст, да, уже не вернешь. Думаю, да, ну какая, да, ерунда, уложить спать. Нет, это именно супер важно. Да. Потому что вот доверие, оно создается именно в этом возрасте. Как бы реально у каждого возраста есть свои, ну, скажем, особенности. Да. И вот возраст с 3 до 7 лет – это возраст, когда закладывается, отношения закладываются. Отношения, потому что, да, да, близость и доверие. Самооценка и много всяких вещей, да, которые, да, зависят от родителей, да, от родителей или от близких, да, людей. Да, 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 именно так. Да. Отлично. Поэтому вы делаете все правильно. Мне кажется, что в принципе, ну, вот если таким языком говорить, сложно или несложно, это не сложно. Нет, ну, просто опять же, вот что мы говорили о питании, да, что мы говорили о движениях, это все несложно. И все мы вроде бы это слышали, ну, да, это вот мы точно знаем. Но мы хотели бы, чтобы вот вы это услышали еще раз от нас, да, и пересмотрели, и, может быть, с другой стороны как-то взглянули на вот эти процессы, которые происходят у вас дома, да, с вашими детьми. И, может быть, какие-то из наших советов вам помогут в том, чтобы наладить сон, наладить питание, наладить движение ваших детей. Спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, да, я вас очень прошу нам писать комментарии. И, извините, Виктория, я небольшое заключение лично, да, от себя, как хорошо, вот именно доктор сделаю. Уважаемые родители, помните о том, что сон является важнейшей частью жизни ребенка, важнейшей. И качество сна, оно напрямую определяет
и состояние как физического здоровья, как эмоциональность вот, и всю психику ребенка. Uh-huh. И в огромной степени влияет на его формирование именно и физической структуры, да, вот тела. Uh-huh. И напрямую определяет защиту ребенка и в данный момент, и на будущее, то есть формирование иммунной системы. Да, вот это мощный фактор, то есть сон – это мощный фактор в огромном вот, организме. И формирование именно вот, всех структур, оно напрямую зависит от качества сна. Николай Васильевич, я вижу, что у нас есть вопрос, и вопрос, кстати, очень важный, который мы с вами не затронули. Mm-hmm. Мы говорили с вами и говорим, да, мы продолжаем говорить о детях возраста от 3 до 7 лет и упустили с вами дневной сон. Mm-hmm. Ну да, да, да. Сейчас столько много информации по поводу дневного сна, даже есть специалисты, которые могут прийти к тебе домой и тебя научить, вообще много мифов, прям вот какой-то нагнетают такую прям... Ну, в определенной атмосферу, степени, что, да. Мне кажется, многие мамы вообще теряются и начинают испытывать стресс. Ну да, к сожалению. Что с дневным сном? Надо спать? Когда? Кому? Сколько? Ну, однозначно мы говорим именно о правильности, да? Mm-hmm. То есть вот дети, скажем, в 3-5 лет, однозначно они должны обязательно иметь хотя бы, ну, скажем, двухчасовой сон. В течение дня. Ну, как классически, это в послеобеденное время. Uh-huh. Дети ближе к 7, ну, там, 5-7 лет, продолжительность сна, она просто уменьшается. То есть это может быть там час, ну, полтора часа. Uh-huh. Но все равно желательно, чтобы дневной сон был, потому что это как бы еще один элемент именно подпитки организма энергии прежде всего. То есть это отдых, отдых, потому что дети, они вот гипер, так мощно, так сказать, тратят энергию, тратят на все вот эти вот движения, игры, на общение. Подзарядка нужна. Да, как, вот это определенная подзарядка, да, она действительно нужна, как отдых, и однозначно это необходимо, однозначно необходимо. Хорошо, тогда во сколько надо ложиться спать? Вы имеете в виду ночной сон? Да, ну вот он днем поспал, то есть мы знаем, что он должен проснуться в 7-8 утра, да. Потом после обеда он поспал в зависимости от возраста. Да. И во сколько нужно укладывать? Вот мы с вами тоже, да, упустили. Но если мы говорим вот о детях с 3 до 7 лет, то идеальное время отхождения ко сну ребенка – это 21 час. Но здесь надо сказать, что он находится в кровати. То есть вот 21 час, а процесс засыпания, он может быть растянуться там, ну, 10, 15, 20, может быть даже 30 минут. Да. Вот, то есть, естественно, мгновенно ребенок не засыпает, вот, и чтение, там, как бы музыка, все, что мы с вами обсуждали. Но многие мамы говорят, что невозможно уложить в 9 часов спать, потому что он высыпается днем. Или, ну, в общем, что-то происходит такое, что нет, невозможно в 9 часов. Хорошо, вот, например, он не спит и не может, то есть, уснуть в 9 часов, потому что он спит днем. Что делать? Заставлять его спать в 9 ложиться и не отменять сон? Или можно отменить сон, но пусть он ляжет раньше? Как лучше вообще поступить? Вообще в норме, да, вот мы говорим о том, как должна быть норма. В этом возрасте с 3 до 7 лет, особенно ближе там 3 года, с 3 до 5, конечно, дневной сон, он обязателен. Плюс отхождение вечером в ночной сон, все-таки правильно это начинать, вот в кровати ребенок уже находится в 21 час. Все остальное, все вот эти вот трудности с засыпанием перед ночным сном, это, конечно, показатель того, что у ребенка уже существует... возбудимость в психике, уже есть расшатанность в психике. Вот понимаете, уважаемые родители, это должно вас именно, ну, скажем так, насторожить. Да, насторожить. Тогда мы возвращаемся в день и смотрим, что с общением, что с питанием, что с подготовкой ко сну. Да, да, да. И вот мы смотрим, что происходит с ребенком в течение дня. И где-то есть какой-то где-то проблем. Есть какие-то нарушения, которые именно вот возбудимость психики ребенка повышают запредельно. И поэтому он не может заснуть. Это ненормально.
Что бы там ни говорили. Да, скажем, если ребенок там ближе к 7 годам, конечно, скажем, здесь уже может быть, ну, можно на полчаса отодвинуть время, там 21:30. Но все равно максимально, так сказать, время, вот там ближе к 7 годам, максимальное время отхождения ко сну, ближе к 22 часам ребенок должен находиться в постели. И процесс засыпания. Но все-таки это не очень хорошо. Я бы рекомендовал родителям найти возможность, вот возможность именно так весь день ребенка сформировать, чтобы все-таки он мог лечь в 21 час, выспаться, иметь полноценный сон, проснуться бодрым, веселым, энергичным и в течение дня, ну, как бы решать там и обучение, и общение. То есть вот это правильное. Качество сна ничем нельзя компенсировать. Ничем. Хорошо. Итак, если у вас будут вопросы сейчас или после просмотра нашей встречи, вы можете оставить комментарий на сайте внизу, не забыв нажать на кнопку «Комментировать». Итак, я надеюсь, что наша встреча была для вас полезной. Мы желаем вашим детям сладких снов и надеемся, что вы присоединитесь к нам в следующий раз. Наша следующая встреча состоится после новогодних каникул в четверг, который последует за этим. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем, чтобы вы и ваши дети были здоровы, счастливы, уверены, и чтобы в ваших семьях царил благополучие. Радости в новом году, уважаемые зрители. Следующая встреча, более точно, состоится 9 января Нового года. Присоединяйтесь, пожалуйста, и подписывайтесь на наш канал. До встречи. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Можно расслабиться?